В одном из фермерских хозяйств подгорненского сельского поселения объявлен карантин. По легенде, здесь вспыхнул очаг вируса африканской чумы свиней. Одновременно умерло 15 голов живности. Выявить точную причину приехал противоэпизоотический отряд. Сотрудники в любое время всегда готовы. У нас главная задача – не допустить инфекцию в районе и в республике Татарстане. Каждая группа со всей серьезностью приступила к своим обязанностям. Они все прекрасно знают, что за болезнь африканская чума свиней. Вакцины от нее не существует, поэтому лечение запрещено, только полная ликвидация поголовья. Для постановления диагноза сейчас будем делать забор анализа. Африканская чума наносит большой ущерб экономике не только того хозяйства, где он обнаружен, но и всего района. Ведь в таком случае объявляется карантин и уничтожается все поголовье свиней в округе. Хотя для человека и других животных этот вирус опасности не представляет. К сожалению, чрезвычайные ситуации они могут и, скорее всего, будут. И вот мы в данном мероприятии рассмотрели действия района звена территориальной подсистемы Бугульминского муниципального района по ликвидации данного вида чрезвычайной ситуации. Потому что возникновение африканской чумы свиней, ввиду ее опасности, ввиду того, что не предусмотрено лечение, это, по сути дела, будет чрезвычайная ситуация, как по району, так и по республике Татарстан. Этой болезнью свиньи заражаются при контакте с больными сородичами, а также через корм, особенно пищевые отходы, воду, предметы ухода, транспортные средства. Опасность представляет и миграция диких кабанов. Для того, чтобы не допустить этого, ветеринары ведут жесткий контроль. У нас работает ветсанэкспертиза, контроль по завозу продуктов питания. Все через нас проходит. Также проходит через ветслужбу мясные полуфабрикаты. Все исследуется, и с ними идут сопроводительные документы, и мы знаем, откуда оно вышло. Также проходит мониторинг свиней, берется кровь, берется патматериал, исследуется в лаборатории, республиканской лаборатории. Зараженные тушки должны быть сожжены дотла вместе с деревянным инвентарем этого участка и закопаны в землю. Противоэпизоотический отряд проявил профессионализм и провел всю операцию по ликвидации очага АЧС на отлично.